Друзья, всем привет! Вы на канале Серега Китек. Я уже больше 2 лет отправляю скины и эмоции Кирки Дельтаплана. За все время отправлено больше, чем на 1 миллион вебаксов. Все можно получить у меня за донат со скидкой. Пишите мне в ЛС ВК, пишите мне в ЛС Дискорде. Все контакты в описании. Привет, как дела? Да, угадали. Это единственный и неповторимый... Да, должна признать, ты умеешь эффектно появляться. Ха-ха, смешно. Не объяснишь людям, что мы здесь делаем? Отмечаем праздники со вкусом. Кто-то должен его остановить. Ты этим и займись. О, а вот это для тебя. О, спасибо. Чудесно. Но не стоило. Ну что, друзья, всем привет, хорошего дня, хорошего настроения, хорошей игры, всех с наступающим Новым годом. Ну что, давайте открывать все подарочки. Чтобы войти в домик, где находятся все подарки зимнего фестиваля, нам нужно нажать на снежиночку, которая находится сверху, где написано «Вебаксы». После этого нажимаем кнопочку «Войти в домик» и мы попадаем в домик. Значит, слева большой желтый подарок, его открыть сейчас нельзя, его можно будет открыть позже, когда откроются все подарки в этой стопке, там находится скин Изабель. Справа в замороженном подарке нас ждет замороженный банан, его открыть тоже сейчас нельзя, нужно ждать, когда растает упаковка, то есть когда растает лед, мы сможем его открыть и получить. В этом подарке у нас находится скин Изабель. Ее сейчас получить нельзя, подарок нельзя пока что открыть, он просто не открывается. Ну а теперь я слева буду открывать все подарочки. Постепенно открою все подарочки и покажу, какие награды нас ждут. В этом подарке мы получаем эмоцию «Праздничный свитер». Такой новогодненький, классненький свитер. Вот такие праздничные топорики нас ждут. Так, ну что, давайте продолжать, открываем дальше наши подарочки. И в этом подарке нас ждет эмблема для флага. Думаю, этот подарок надо оставить напоследок. То есть, вы поняли, да? Открываем его в конце. В этом подарке нас ждет нормальный подарок. Воздушный след, сияние ауры. В этом подарке нас ждет оберточка, уютный свитер, неплохая оберточка.
Экран загрузки. Ну, как вы поняли, этот подарок тоже можно оставлять напоследок. Награда не особо впечатляет. Также, если вам скучно, вы можете посидеть у камина, заодно выполнить задание первого дня. Так, ну что, немножечко мы отвлеклись, давайте продолжим открывать наши подарочки. All the mats are free, piled as high as a tree. Let's break out the chug splash and buff up in a flash. Вот такая вот музычка нас ждет у окна. Ну а теперь я открою один подарок повторно, чтобы убедиться, точно ли там выпадает та награда, которая мне выпала до этого. У нас были топорики. Да, именно топорики там и находятся. Я второй раз уже в том подарке получаю эти топорики. Теперь, зная, какие подарки гораздо выгоднее открыть первыми, вы можете приступать и выбирать те подарки, которые сначала более ценными наградами находятся. Так, ну что, давайте открывать подарочки с правой стороны. Здесь нас ждет Кирочка снежная лопата. Ну что, давайте теперь откроем желтенькую большую коробочку. И здесь выпадает эмодзи. Как говорится, большая упаковка не значит то, что будет большая награда. Так, ну давайте теперь откроем фиолетовую коробочку. И здесь нам выпадает граффити, взрывной зимний фестиваль. Посмотрим, чем удивит нас эта коробочка. Еще одна оберточка, но теперь это праздничные огоньки. Ну что, осталось открыть всего лишь один подарок. Открываем наш последний подарок. Thank you.
Здесь находится очень большой, крутой дельтаплан «Страж». Вот это ценная награда, достойная, достойная, я считаю. Ну а также вот вам обзорчик в игре этого дельтаплана, потому что это очень важно, как он выглядит в игре, как занимает место и так далее. В общем, смотрите, ребята, и выводы делайте сами, каждый для себя. Также напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого дельтаплана, будет интересно почитать. Ну и напоследок я повторно открою какой-нибудь сейчас подарок и проверим, точно ли там выпадает тот предмет, который выпал нам ранее. Да, там выпала лопата, как и выпадала ранее. Поэтому, друзья, вы теперь точно знаете, где какие награды находятся. Значит, пока что мы не можем открыть два подарка, замороженный и самый большой слева. Вот. Короче, их попозже можно будет открыть. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно, пишите ваши комментарии, как вам вообще награды, как по мне вообще сочно. Скины просто офигенные, надо главное дождаться, когда их можно будет открыть. Ну что, ребята, всем удачи, до скорого, пока-пока.